В глубине России, в живописных местах Мордовии, находится одна из духовных жемчужин – Санаксарская обитель, основанная в 1659 году. Здесь подвязался замечательный старец, преподобный Феодор Санаксарский, воспитавший примером своего жития и возрастивший своими молитвами племянника, непобедимого адмирала Федора Ушакова, также причисленного к лику святых. Духа Божия непостижимые дары к подвигу молитвы призови. Древняя обитель Санаксары, островок надежды и любви. Слышу вдохновенные молитвы и небес неодолимый зов. Двери покаяния открыты, свят благословенный твой покров. Исповеди сладостное слово, сердце обогреет трепеща. Узы притяжения земного сбросит в покаянии душа. И отдав своим небесным жарам, звезды мне в ладони упадут. Старчество обитель Санаксары, в небе славу ангелы поют. Множество паломников приезжают в Санаксарскую обитель, чтобы почтить память и приложиться к святым мощам Феодора Санаксарского, Федора Ушакова и нового подвижника Александра Исповедника, и научиться у этих святых простоте и чистоте ума и сердца, смирению, мудрости и живой вере. Слышу вдохновенные молитвы и небес неодолимый зов. Двери покаяния открыты, свят благословенный твой покров. Преподобный отче Феодоре Санаксарский, моли Бога о нас. Обдав своим небесным жаром, звезды мне в ладони упадут. Старчество обитель Санаксары, в небе славу ангелы поют. Все санаксарские святые, молите Бога о нас.